500 конеплидных маток в американских клеточках. У нас есть такая клеточка, мы ее заполнили канди. Так, и посадили сюда маточку. Тут неплодка F1 від матки штучного запліднення, Троїзик 1075, запліднена труднем карника австрійка Карла Пернера. Вот такая вот Троїзик 1075. И у нас таки есть вот нуклеусик на 1 вересня, а уже 2 вересня, довольно таки сильный. Тут пару рамочек пчелки. Ну, то есть ще функционирует. И вот мы попробуем ее подсадить, эту неплодочку сюда, за допомогою цієї клеточки. То есть мы вдавливаем клеточку в сотик и ставим. Вдавили клеточку в сотик и поставили между рамочек. Вот такую вот универсальную американскую клеточку. И будем чекать, пока пчелки ее из нуклеуса выпустят. Підсадка неплідної матки в американские клеточки. Вот такая вот клеточка. Вот так ставится между рамок. И ее основная перевага полягает в том, что полностью заизолировано это все место. То есть матка має место, куда сховатись от бджіл на первых днях, когда они ее трошки дергают за лапки. Она вот так вот стоит и полностью захована от бджіл. Если ей нужно, она поднимется вверх и через эти дырочки будет контактировать, если они дружелюбно налаштовані. А если не хочет, может спуститься и сховаться. И в тот же час бджоли начинают выедать канди снизу, и где-то за двое с половиной суток прогрызают полностью ходик и выпускают матку. За тот час они уже звикнутся, она пропахнется их запахом. Такая вот подсадка. Підсадка неплідних маток в універсальній американській кліточці.